Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Half-Life. Алекс, ну что, пацаны, мы с вами остановились на какой-то загадке. Видимо, тут, наверное, искать надо какой-то код. Видите, и тут горит красненьким. Возможно, если мы как-то правильно наберем, эта штука загорится зеленым. Только вот где этот код может быть? Скорее всего, ребят, код надо искать. Но вот как его искать, я не знаю. Но если подумать логически, то в Half-Life обычно все на поверхности. Нет такого, что игра тебя бросает и говорит, ой, думай сам. Что мы можем понять, ребята? Тут тоже много всяких точек вот этих вот. И связаны ли они как-то вот с этой вот панелькой? Неизвестно. Но давайте думать логически. Так, что мы тут сделали? Выпустили парочку бумажек. И что это значит? Подождите-ка. А случайно не... Слушайте, а вот это вот не эта панелька, смотрите, как раз таки тут, смотрите, третья и вторая, нет? Вроде бы да, смотрите, как-то выделяется, нет? Или я сейчас немножко вам вру? Ну-ка, Алекс, милая, прыгни, пожалуйста. Вот если смотрите, отсюда получается третья и вторая, давайте посмотрим. Ребят, ну если это так и есть, то разработчики молодцы, интересно сделали. Так, дай-ка, да. Ну-ка, как заново-то нажать? Так, подожди-ка. Третья и вторая. Все, да, ребята, вот это очень легкая загадка, оказывается. Я же говорила, тут есть где-то пароль. Вот мне как раз-таки и показала игра. Вот он тут есть. Видите, не все. Доступ запрещен. Нарушители, уличенные в мародерстве, приговариваются к незамедлительной казни. О, как! О, как! Так, F5-нимся тогда. О, как! Так что вот, ребят, видите, в Half-Life просто так ничего не дают. Все тут взаимосвязано. Так, ну-ка, фонарика у меня до сих пор нету. Тут ничего нету? Да вроде ничего. Какие-нибудь объекты притягиваются. О, смотрите, Алекс взяла шину. Опа, на. Так, она мне не нужна. Тут что-нибудь есть, может быть, в кустах, нет? Может быть, заныкали? Блин, вот сейчас Тамара опять полезет в какие-нибудь кусты, и потом будет ноу-клипить сидеть. Так, ребят, немножко отвлекли меня. Так, ну что, спускаемся не понять куда? Так, ой, опять тут рисунки какие-то. И что это значит-то? Кто тут живет-то? Какой-то художник, блин. Так, ну-ка, что тут? Ничего у него нет, а ничего, что мы шаримся в чужих вещах, ребят. А то этот человек придет сейчас и скажет, типа, что ты тут шарилась? Бьешь мои бутылки. А я скажу, я борюсь с твоей зависимостью, художник. Ты вот напьешь свои синьки и такое рисуешь. Это же плохо, это же неправильно. Что это? Алекс, ты в порядке? Что стряслось? Ну как тебе сказать? Что такое? Я теряю сигнал! Открыт краб! Рассел, вот блин. Ха! Вот блин, а какие-то эксперименты над хедкрабами тут что ли ставили? Или что? Он вообще живой? Но стрелять я в него не буду. Так, а тут что? Так, пацаны, пока вроде все безопасно. Но тут явно кто-то живет. Так, что-нибудь тут есть? Тут какие-то споры еще выращивают. Или не сами выросли, фиг его знает, ребят. Так, ну-ка. Так, это я не могу взять. Тут что-нибудь есть? Да вроде ничего. Так, под ведро, может быть, что-то есть, нет? Ничего нету. А чё такого ничего нет? У хозяина дома ничего нет, что ли? Серьезно, ничего нет. Только хэдкраб. Блин, так нечестно. Я хотела полутаться. Дайте мне лута. Дайте мне немножечко лута, пожалуйста. То ни патронов, ничего. Ребят, большое спасибо вам пояснение насчет шприцов. Вот. Это мне очень помогло. И то, что если у двери нет ручки, значит мне туда и не надо. Она туда и не откроется. О! А чё вы меня этому учите-то? Ух ты! Это как это вообще создано-то? Это как это? Объясните мне. Объясните мне как-нибудь логически. Как это? Что это? Офигеть, ребят, посмотрите, какая красота. Ага. Это странно. Вот, Алекс тоже сказала странно. Она сама удивилась. Что-то боюсь, что сейчас на нас что-то нападет, скорее всего. Ну-ка. Закрыто. Так, это было бесполезно. А как мне отсюда выбираться? Ни хрена себе. Вот это да. Так, это чем-то ломается? Нет? Ничего не ломается. Подождите-ка. А что мне делать? Может, что-нибудь притянуть надо, нет? Слушай, дверь сломайся как-нибудь сама. Пожалуйста. Нет, никак она не хочет. О! Я просто двинул. Ой! Сама Алекс Вэнс. Здрасте. Ты получила мои послания. Какие? Да. Какие прошу,
Заходи. Какие крабы? Спасибо. Пожалуйста. Ты что, хоть крабов варишь, что ли? Что здесь делает Вортигонт? Готовить. Ясно, а если в целом? Ха! Мой мозг поврежден. Мне жаль. У меня травма мозга. Это ужасно. Ай. И мне... Слушай, я очень занята поиском отца. Самого... Илая Вэнса. Илая Вэнса, да. Его задержал Альянс, и мне правда надо идти. Вкусненько Альянс. Пахнет, да? Да. Пока не уходи, я должен тебе кое-что показать. Слушай, я ценю... Сюда. Мне надо спешить, я... Это важно. Я не сомневаюсь, но... Самой Алекс Вэнс все равно предстоит пойти сюда. Ладно. Ха! 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 Пацаны, смотрите, он тут хэдкрабов разделал, я хочу все рассмотреть. Что там колдуешь? Заходи, заходи. Да подождите-ка, я хочу рассмотреть все. Колдуй пока там, я тут посмотрю твое варево. Смотрите, ребят, реально, он их как курицу заваривал. Я должен показать тебе. Сейчас, 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 я посмотрю твою готовку, оценю, понимаешь, твою кулинарию. Так, я присяду. Давай. Ну, что тут? Что показываешь-то? Чувак, что ты там показываешь? Альянс схватил мою сородичу. Это плохо. Альянс заплатит. А, мне надо сюда смотреть, а не туда. Я не поняла. Как Илай Мэнс. А им. Алекс Мэнс освободит их. Ну ладно. Я помогла, честное слово. Соглашайся. Но Алекс Мэнс, если честно, очень занята спасением отца. Тебе не спасти его. Он мертв. Что? Или будет мертв. Уже мертв или будет? Это вопрос перспективы, но Алекс Вэнс в одиночку не изменит его судьбу. Я... Слушай, спасибо тебе за все, но мне правда надо идти. И прости, но мне правда не до загадок. Никаких загадок. Альянс просверлил здесь. Я отделен от твор сущности. Я один в своей голове. Печально. Мне жаль. Очень печально. А можно как-то восстановить-то? Если я смогу, если я встречу твоих друзей, я постараюсь что-нибудь вот это уже... сделать. Ты спасла моих сородичей. Я... Нет. Ты спасешь. Ну, у него что-то, видите, с головой из-за этого... Эй, Алекс Вэнс. Гоу, Алекс Вэнс. Спасибо большое, что мне тут все рассказал, конечно. А что там внизу у тебя... Что колдуешь? Так, пацаны, нам все проясняется. Что, ничего не проясняется? Дай фонарик. Может быть, у тебя фонарь есть? Слушай, у тебя такие тут технологии. Может быть, что-то у тебя есть? Уже так далеко прошло. Ну да. Возможно, даже чуть дальше. И что? Типа, ты мне говоришь, чтобы я не останавливалась на достигнутом пути? Ну, я и не буду. Кстати, какие красивые у тебя там цветочки. Мне нравится. Я вообще не хочу уходить. У тебя классно. Ладно, я пошла. Мне сказали не останавливаться. Я не останавливаюсь. Опа! Так, ну-ка. Блин, что-то без лута как-то мы сегодня, ребят. Либо я его не вижу. Ой, что это? И на что ты направляешь? Что это? Какая-то звезда? Я помогу, Алекс Мэнс. Спасибо большое. Северную звезду. Ага. Она укажет путь. Хорошо, спасибо. Ты закончил помогать? Я нет. Держи. Что? Фонарик? Пропитание. Я съем это позже. Спасибо за помощь. Всегда пожалуйста. Пропитание, блин. Довольно напевает. Пропитание, блин. Куда он скинул мое пропитание? Я не вижу ни хрена. Ну ладно, пацаны, пропитание оставим здесь. Я надеюсь, он не обидится. Мы просто скажем, что мы на диете. Мы не едим курятину, хэдкраби. Ну вот и все, ребят. Ну а что, надо что-то же такое сказать. Так, подожди, что ты так... В туннель-то проходи. Чё она такая у меня высокая получается? Прям башкой стучится. Дал мне хэдкрабина. Пожрать. Офигеть. Так, что... Ой, а я тут не разобьюсь?
Да нет. Даже, смотрите, она даже не ойкнула. А, загрузка. Если падаешь в загрузку, то ничего. Называется, типа, ноги целы. Хотя в самом начале, помните, как она у меня шлепнулась с этого? С трубы. И сразу же, типа, ой, смертельно. А как сигануть в загрузку, так Алекс Свенс может. О, эти игровые условности. Куда ж без них? Может быть, все-таки реально надо было хэдкраба жрануть, ребят? Но почему нет, ребят? Может быть, все-таки какая-то в нас сила бы проснулась? Слушайте, а вообще хэдкраба можно жрать? Чисто гипотетически он похож на курицу. Размороженную, когда бегает. Вот чисто гипотетически, может быть, можно его сожрать, почему нет? Но что будет? Может быть, будет несварение желудка. И там скажет доктор, что вы ели? Уже или будет? Что он зомби? Доктор скажет, типа, что вы жрали? Мы такие, хэдкраба на обед. Он такой, что? И отправят нас к психиатру. Алекс, скажет, Алекс, ой. Сигнал вернулся. Ты меня слышишь? Ты здорово. В порядке? Здорово. Я в норме. Как отец? Он на поезде, уже в пути. Найди развилку в Фэрвью, прежде чем они будут там. В процессе. Ух ты, что такое? Так, найди развилку. Так, опять кто-то валяется. Так, тут трупы одни лежат. Я могу открыть ящик? Ну-ка. Почему ты не открываешь? Не хочешь? Странно, тот открывал эти ящики, а ты не хочешь открывать. Так, мужик, у тебя что-нибудь есть? Смотрите, у мужика в карманах тоже ничего нет. А что это все заныкались-то, я не понимаю. Что ничего нет? В бочке тоже ничего нет? Нет, какая-то какашечки там. Стон зомби. Охерена, зомби стонут. О, вот это открывается, смотрите. Так, рюкзак, боеприпасы помещены. А почему этот ящик не открывался-то? Может быть, надо присесть? Смотрите-ка, пацаны. Сейчас я присаживаюсь. Не, не открывает, смотрите. А почему нет? Блин, нельзя ходить по трупам, Алекс. Это плохо, понимаешь? Это минус в карму нам. Тихо. Блин, где-то тут зомби постанут. Мне бы, знаете, мне бы хотелось бы фонарика, господа зомби. Ой, хэдкраб. А чё у тебя красненькая пузико? Смерть хэдкраба. Что-то случилось, пока ты пропадал? Какие-то красные пузяки у них. Вортигон-то? Что он там делал? А почему у него красное пузо? Думаю, сбежал от Альянса. Что он сказал? Встречал вортигонщину? Он у меня безумную вортигонщину. Безумную вортигонщину? Вортигон-то они такие. Так, тут тоже кто-то препарировал краба. Так, бери. Это не надо нам брать. Это тоже не надо. А чё они такие с красными пузиками? Я не знаю, что это за хэдкрабы. Почему у тебя красная пузика? Смерть хэдкраба. Почему у них красные пузяки? Что это такое? Так, шприц я не могу использовать. Вы мне сказали, что это можно только в VR делать. Ой, что это? А, тут опять нужен как цилиндр, чтобы пройти дальше. Ну, естественно, он находится где-то у этих вортигонтов, у крабов. Так, мужик, тебя тоже препарировали? Смотрите, мужика препарировали, краба препарировали. Что тут творилось? Кто тут препарировал-то? Так, хоть крабы тут есть еще? Пацаны, я боюсь, что он кинется мне на лицо. Хоть крабы? Хоть крабы? А, блин, стон зомби, приемник батареи Альянса открыт. Наверное, он где-то... Где-то здесь валяется. Этот для приемника, этот цилиндр. Вот он. А что так легко-то, пацаны? Я думала, мы будем сложнее. Нашли так легко цилиндр. На. Не, ну это реально было легко. Это было очень легко. Я думала, мы тут будем долго искать, я не знаю. Заглянем в бочку. Представляете, если бы они в бочку положили этот цилиндр. И мы такие смотрим, и нам просто в лицо попадает этот хэдкраб. И мы такие кричим от безысходности. Пытаемся его снять, а он такой, не-не-не-не-не. Не снимешь меня. И все. Ну так легко, пацаны. Кстати, о вортигонте. Он предложил съесть хэдкраба. О, отлично! Ха. Как он на вкус? Как ты себя... Рассел, я его не ела. Ага! Ну да, конечно, не ела. Нет, это верно. Я его не ела, конечно, не ела. Так, нам надо, наверное, туда идти, но я хочу тут сначала походить. Ха. Я его не ела. Так, видите, тут тоже эти хэдкрабы. Он их использует и для устрашения, и для еды. Наверное, какие хэдкрабы были горьковаты, знаете, с горькой попкой хэдкрабы. Он решил их, типа... Подождите, а куда мне идти-то? Подождите, стоп. Так, F5. Давайте, по-моему, там дальше путь продолжается. И либо это два пути. Блин, это же не страх. Почему я тут говорю про два пути? Либо что? Так, ну-ка, что здесь? Опа. О, у того зомби дробовик. Да ладно. А что они такого подвесили? Непонятно. А кто подвесил так мужика-то? Или он сам зацепился? Это патроны? Да, это патроны. Ребят, видите, как можно их не заметить легко? Так, у двери нет ручки, значит, мне не надо туда. Кто же стонет-то? Тихо.
А что это там открывается, закрывается дверь? Это кто-то ко мне идет, нет? Или вот это все тут? Ладно, пацаны, что-то страшненько. Так что вот, ребята, хэдкрабов жрать не будем. Особенно тех, у которых горькая попка. Так, а что здесь? Ну давай лезь, лезь. Я сейчас застряну. Да, я вижу смолу. Да, это смола. На счастье, естественно. Так, блин, главное бы ноуклипом не пользоваться. Не хотелось бы. Так, вот тут вот, знаете, я так иду, немножечко застрю. Так, еще, на счастье, чтобы ноуклипить не пришлось. Вот здесь вот немножко застряла. Вот немножечко вперед. Давай, 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 Алекс, вылезем отсюда. Смола тем более нам нужна. Нам надо апгрейдить оружие. Хотя, конечно, вы мне написали, что критичного ничего такого, Тамар, не будет, если не все апгрейдишь. Но, блин, все равно, хочется все. Так, мужик, что-то там закис, завис. Так, и что мне с тобой делать? И вот как мне с тебя вот это вот? Может быть, мне выстрелить по тебе? А, чё я стреляю-то? У меня же вот тут есть механизм. И? А, тут ручки, что ли, не хватает, ребят? Смотрите. Ну-ка, подожди-ка. А, вот. Ой-ой-ой, мужик. Слышишь? Слышу. Заберем дробовик и выберемся отсюда. Тихо. Тихо. Кто-то из стены, что ли, придет? Не-не. Пацаны, кто-то к нам стучится. По-моему, кто-то к нам большой стучится. Большой и страшный. А что мне делать-то дальше? Ну-ка. Да, вот так вот. Все, стой, 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 стой. Все. О! 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 О, мужики, вы чё? Вы окружать меня собрались? Тихо. Я же говорила, что они стучатся. Офигеть. Классно было. А чё, дробовик уже все пропал? Пацаны, а в чём, в дробовике было мало патронов, что ли? Ну, я так не играю. Так неинтересно. Я боюсь, если я туда упаду, наверное, это фаталити, да? Так, что-нибудь тут есть? А у тебя в карманах что-нибудь есть, мужик? Дай-ка. О, боеприпасы! Дробовику, спасибо. Спасибо, спасибо, мужик. Вообще тебя не забуду. Ты молодец. Как долго мы перезаряжаем. Так, куда нам идти, собственно говоря? Надо сначала обследовать все маршруты, потом идти туда. Так, хэдкраб там. Так, может быть... Не кричи. Скотина неразумная! Он так прыгает, что ли? Пацаны, а чё он так прыгнул-то? Они же никогда так не прыгали, эти хэдкрабы. Они же никогда так не прыгали далеко особо. Они так все, знаете, пока разгон возьмут свой куриный, блин, ты еще 100 раз успеешь им там навалять. А, вот, смотрите, какой прыгучий. Ни хрена себе, ребят, он прыгнул. И даже устрашение на него не работает, смотрите-ка. Он это, прыгаю на лицо, когда хочу. Короче, такой философией живет. Я охренею с него. Так, там что-то синее. Может быть, сначала в зеленое сюда сходим? Так, тут кто-нибудь будет меня прыгать на меня, а? Ну-ка. Нет, никто? А, это ты. Это ты. Это вы. Вы можете меня... Это, да? Ну-ка. На. А тут вроде ничего и нет такого. Нравится кирпич? Ну-ка. Фу, срыгнул кирпич, как неприлично. Тебе девушка предложила съесть ее еды, а ты такой неприличный. Так, а тут что, может смола там есть, нет? Подожди, я не понимаю. Присядь. Да нет там смолы, а чё? Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка. А чё вы прицепились к этому ящику? Может быть, что-то отдельное, нет? Уймри. Спасибо. Да блин, ни хрена отдельного нет. А чё прицепились-то? Причем вдвоем, смотрите, они прицепились, и это, никто из них не собирался уступать другому, типа, это мой ящик, нет, мой. И все, блин, я думал, может быть, там что-то ценное, можно поднять его. Подождите, давайте еще раз я попробую использовать свои способности поднять ящик. Может быть, не зря они к нему прицепились. Нет, нифига не поднимается, смотрите-ка. На, кирпич еще раз, не скучай. Мы его собратьев убили, теперь ему будет не с кем общаться, представляете, будет грустить сидеть. Ну, а что он хотел? Так, тут вроде ничего такого нет. Нет. А это можно было взорвать, наверное, вот этот вот. Подожди-ка, я сейчас поэкспериментирую. Нет, нельзя это взорвать. Ладно. А я думал, можно. Так, что в мусорке? Ну-ка. Ничего, что ли? Ничего нет в мусорке. А что так плохо-то все? Что так пусто-то? То лута давали, то сейчас такие, типа, не дадим. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Чего вот за звук закрытия дверей? Иногда он меня пугает. Так, мужики, что у вас в карманах?
Ничего нету. А чё так плохо-то? Тихо! Чё за зловещая музыка? Ко мне сейчас зомби придут, что ли? Не надо. Ну-ка, открой. Опа. Опять шприц. А, так я могу их использовать же, как это, инъекция. Видите, здоровье-то. Ну все, что я удивилась-то. У меня как раз 90 хп было после того краба, который захотел со мной лично пообщаться. Так, ничего тут вроде нет. Идемте дальше. Ой, хэдкраб! А чё ты так не дохнешь-то? Я в тебя промазывала, что ли? Ну тебе везет, хэдкрабина наглая. Что это такое? А это все растения какие-то колышатся. С планеты инопланетные у нас тут разрослись. Смотрите, у нас хороший климат, что? Что инопланетное растение у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. До свидания. Он, инопланетные растения у нас приживаются. Тихо. Хэдкрабы живы, что ли? Подождите, а что я буду делать, если я патроны сейчас все расстреляю? Она, у нее же ножа нет? Хэдкрабина! Все, патронов нет. Я ни на что не намекаю, но что-то... Так, это что такое? А, апгрейд можно делать. Подожди, там хэдкраб. А где патроны? А патроны-то где взять? Присядь, там смола, я вижу смолу. Стон зомби, стон хэдкраба, все стонут. Так, подождите-ка, а где мне патроны взять? Я все расстреляла-то. Я такое не подписывалась, я не знала, что так будет. Э? Может, где-то здесь патроны есть? Нет? Где патроны? Там зомби. Охрененно, а чем мне бороться-то? Чем бороться-то, если нет патронов? Опа, ящик, ну-ка. Ну, разбей ты его. Что это? Все, 10 патронов. 10 патронов, пацаны. Это уже все. Это уже что-то. Это залог победы. Так, где этот сраный хэдкраб? Я его не боюсь. Давайте стрелять поточнее. А то что-то как-то я не точно стреляю. Да, блин. Поточнее, Тамара. Все, смерть хэдкраба произошла. И в пятнемся. Так, что-то мне патронов начало не хватать. Видимо, наверное, я их не нахожу. По-нормальному. Так, ну-ка, давай ко мне. Так, что это? Давай, клади. Так, ну что я могу сделать? Ну-ка, дай-ка еще. А что это такое? А вот это что такое? Подожди. Ну, давай. Вот это у меня недостаточно смолы. Я поняла. А вот, подожди, еще раз. А вот здесь вот достаточно? Ну-ка. А это, наверное, я делала, поэтому я не могу это сделать. Ну давай, забери тогда его. Так, все понятно, что ничего не понятно. Блин, смолы у меня мало. А что мне делать-то? Где мне достать смолу? Я, может быть, ее дофига пропускаю, конечно. Я ничего не говорю, что я... Ну-ка. Так, что это? А, это патроны. Ну-ка. И вот эта капсула, этот цилиндр. Ну, нам, в принципе... Да почему нет? Нам надо хп. У нас 90. Хэдкраб на нас напал. Хэдкрабы тут какие-то более вертлявые. Ну-ка. Дайте, полечите меня, пожалуйста. Бесплатно. За счет это комбайнов. Лечение завершено. Спасибо большое. Так, может быть, тут есть какая-то смола еще, какие-то патроны, а? Надо внимательнее все рассматривать. Так, темный угол. Ничего тут нет. Я встала жопой, ничего там нет. Так, а тут тоже. Значит, нам туда, к тому зомби, надо идти. Че так, знаете, его компания такая неприятная, что мне не хочется к нему подходить. Так, смола, я вижу. Ну-ка. Так, 11 смолы, а там надо 20. Угу. Плоховато, ребят. И если нам дали сейчас вот этот вот, вот эту штучку, значит, можно было легко набрать 20 смолы, пока мы шли сюда. Но видите, я где-то пропустила. Это плохо, ребят. Это плохо ходить без апгрейда. Ну-ка, что это? Ну-ка. Боеприпасы, смотрите. Тоже чуть не пропустила. Ребят, вот в Half-Life Alyx надо очень внимательно играть, потому что ты думаешь, что ты играешь в обычную игру. Где там все подсвечивается под это. А тут вроде бы тоже подсвечивается, но ты так не видишь. Ну-ка. Так, здесь что? Ничего нет. Тут тоже ничего нет. Ну, скорее всего, нам надо идти к тому зомби, который там немножечко заскучал уже без нас. О, нет! Может, в пузо надо стрелять? Может, реально в пузо надо стрелять, ребят? У меня такое чувство, что надо им в пузяку стрелять. Так, мы тут шли ради чего?
Ради боеприпасов. Он сломался, и куда он попал? Нет. Так, смола. Так, тут ничего нету. Так, подождите, эта дверь открывается? Нет, не открывается. Что это? Так, тут какие-то споры непонятные. Вот это вот... Это можно открыть? Нет? Тоже нельзя. Так, не пипай. Не пипаем, хорошо. Подожди, а там куда-то туда, что ли, упало, да? Ну, видимо, да. Это, наверное, как к зомби пойдем. Может быть, там и найдем эту штуку. Блин, у меня мало 12 смолы. Надо еще 8 где-то найти, ребят. Хватит там стонать, зомби. Мы сейчас придем. Я тоже сейчас начну стонать и плакать, то, что у меня не хватает смолы. Но я же не плачу. Я же это мужественно сношу. И ты сноси, что тут стоит и плачет. Чего расплакался-то, дурачок? Так, что тут? Ничего не упало? А, это я же не здесь. Так, там зомби, да? Ну, к зомби я пока не хочу. Пусть он там постоит, подумает над своим поведением плохим. Так, это я отсюда пришла, да? Все, пацаны, я чуть немного заблудилась. Я поняла свою ошибку, я немного заблудилась. Да, я отсюда пришла. Это как раз тут этот аппарат. А, это тут я лазила. Все, к зомби тогда. К зомби так к зомби. Так, а где тут чувак-то висел? Нафиг его знает. Тут что-нибудь есть? Темень, тебе нужен фонарик. Полагаю, ты прав. Вот, а я же что говорю, мне нужен фонарик. Ну-ка, зомби. Я, конечно, ни на что не намекаю. Но, мужики. Ну, у меня патронов нет, мужики. Ну, простите, ну, у меня реально нет патронов с вами воевать. Ну, серьезно. Воюй подручными средствами. Фонарик есть у вас у кого-нибудь? Так, смола, смотрите, 13 уже, еще бы 7. Блин, где же 7? Так, он сказал, нам туда нужен фонарик. Ладно. Неужели у какого-то зомби в кармане есть фонарик? Стон зомби. Что ты все постановишь-то? Хватит стонать. Ну, брось коробку. Так. Мне кажется, сейчас, наверное, нам дадут фонарь, потому что игра жалится над нами и скажет, ну ладно, на тебе фонарь. А, это же как раз-таки их силовое поле. Ой! Ой, это поганый хэдкраб, который... Ой-ой-ой, а как мне с ним бороться? Подожди, подожди. Надо же, когда он пузо показывает, да? Именно. Ну-ка, прыгай, давай. Да! Хэдкрабу больно, смерть хэдкраба. Слушайте, пацаны, а что это за хэдкрабы? Почему у них, смотрите, у них броня как бы вот на спине и красная точка. Это тут, походу, мне надо что-то делать. И как-то. А, ну это просто. А, ну это просто соединить. Ну-ка. А там что такое зеленое? А, так все что ли? Тьфу ты, я думала, я тут полчаса буду разглядывать. Так, что здесь? Так, ручка. Подожди, а почему? Мне же сказали, есть ручка, я могу. Звук такой, типа, ты не можешь пройти, дурачок. Это легко. Так, ну-ка. А куда мне тогда? А-а-а! Ну, умри! Да что ты все, блин, это встаешь-то, я не понимаю. О, хэдкраб живучий! Наконец-то тут... Ой, ёб твою, ты что, курица? Я тебя съем. Наверное, им не понравилось то, что я хочу сожрать хэдкрабов. Почему опять поле включилось? Это что такое? Дверь не открывается, непонятная мне. Можно вот это взять с собой? Нельзя. Не хочу, точнее. Можно, но не желательно. Так, а куда мне тогда идти? Так, шприц, что ли? Да что, блин, ты все выкидываешь, Алекс, я не понимаю. Забирай. Так, это мне не нужно. Лечиться меня никто не атаковал особо. А где я возьму фонарь-то? Что там такое? Там что-то висит, что ли? Может быть, там фонарь у мужика как раз-таки? Так, тут закрыто. Что я сюда иду-то? Так, F5-имся, потому что мало ли что там случится. Ух, тут темно. Блин, я боюсь, что сейчас нас кто-то... Нет, я в норме. Фонарь, что ли, у него? Мужик, у тебя фонарь? О, слава богу. Ну-ка. Все, у нас есть фонарь. А что тебя так вот это вот подвесило, мужик? Все, теперь... Да нет, не бери бочку, подожди, Алекс. Так, хоть патроны дают, смотрите-ка. Ну все, ребят, теперь мы будем более глазастыми. Теперь будет все замечательно, отлично. Сейчас мы ничего не будем упускать. Ой! Тихо. Да иди сюда. Да ты умрешь ты сегодня или нет? Ай, блин, это же зеленый! Тихо.
Не крови! Не-не-не-не-не! Я в панике, короче, его сильно застрелила. Так, пацаны, я что-то прям запаниковала. Я боюсь этих зеленых. Нет! Нет! Нет, ты... Да умри ты, блин, да умри, умри! Как его убить-то, блин? У меня сейчас все патроны потратятся на этих придурков. Может быть, мне вообще убежать отсюда? Тихо. Меня сейчас реально сожрут. Меня еще и без патронов оставят еще к тому же. Так, тихо. Не паниковать. Суета и паника не спасут Алекс Вэнс. Никаким и образом. Пацаны, я не паникую, но я паникую. Ладно, я впятнемся. Чтоб меньше паниковать. Все. Все нормально. Ни хрена не нормально. Ты думаешь, что тут нормально, Алекс? Я вот говорю тебе, что нет. Так, что здесь? Ну-ка. Это мы куда... Это что такое? Какие-то боеприпасы нашли. Для этого нашего дробовика. Просто они пока задыбыли, как будто боеприпасы для револьвера. Вам тоже показались немножечко? Но мне показалось, как будто, я думаю, блин, барабан для револьвера? Что? Что? Оказалось, нет. Тихо, тут что? Тут очень темно. Раз. Да? Можешь просто говорить. О чем? О чем? Просто болтать. Анекдоты почему рассказывать, траве анекдоты. Учитывая ситуацию, твой иррациональный страх темноты и оправдан. Знаешь, я могу легко назвать сотню причин быть напуганной. Ага, на счастье. Виновата. В будущем буду точнее. Ха. Надо было сказать, это расскажи мне анекдотов парочку. Серьезно. Так, на счастье. Так, ничего тут нет. Почему в этих бочках какой ничего нет? Зачем фонарик? И он, как ты, чувствителен к темноте. А. Он должен включаться сам, когда гаснет свет. О, неплохо. Ух ты. Он чувствительный, классно. Классно, мне нравится. Так, подождите, а тут ничего нету? Ни смолы, ничего? Не, ни хрена. О, тебе подожди. Это патроны. Ну-ка. Дай-ка. Все, ребята, замечательно, восхитительно. Еще боезапас мы нашли. А вот эта дверь как раз-таки мы сейчас выйдем. Вот куда нам нужен фонарик. Вот теперь все понятно-то стало. Вы понимаете, ребят, все. Мы... Подождите, а как мы тут пройдем? А, надо в обратку делать, короче, чтобы пройти. Во. Все. Ну это вообще легкие загадки. Я не знаю, может быть в VR это сложнее было, ребят. Кто играл в VR? Напишите, сложно было? Я промахиваюсь, я поняла. Я не по хэдкрабу стреляю, поэтому у меня не получается. Так, ну-ка, выключи фонарь. И так все видно. Нет, тихо-тихо, иди сюда. Может быть надо стрелять в него, когда он пузико показывает, ребят. Как и в того красного, что он же более чувствительный, когда он пузико показывает. Ну, мужики. Хэдкрабы. Я попрошу вас идти нафиг. На. Так, ну зря, наверное, столько патронов на хэдкрабов. Хэдкрабу больно. А мне прям не больно то, что он тут творит всякое. Тоже мне, блин, хэдкрабу больно. Еще и я о нем должна думать. Он обо мне не думает. Я вообще-то вас даже не жрать не собиралась, блин. А они типа такой хэдкрабу больно. Так, у меня мало смолы, ребят. Получается, мы идем в темень. Без... Хорошо, раз. Не молчи, ладно? Без патронов. Конечно, будь точнее. Тихо. Раньше. Как жили люди до Альянса? А, замечательно. Алекс, ты когда-нибудь слышала о клубном сэндвиче? Не раз. Я тоже. Итак, чтобы сделать клубный сэндвич, нужно начать с хлеба. Не того, что по карточкам, а из булочной в доме напротив, испеченного утром, ясно? Добавляешь томаты и салат. И большую пасту, а свежее, потом кладешь бекон. Это из животного, которого мы раньше называли свиньей. У вас было? С ума сойти. Да, и это еще не все. Затем поверх первого добавляешь второй сэндвич. Кладешь ветчину, тоже из свиньи, индюшатину, это мясо такой птицы. Больше томатов и салата. И еще куча всего, чего я уже не упомню. Получается сэндвич высотой 15 сантиметров. Ни хрена. Весом почти полкило. Это самые немыслимые блюда, которые только можно было себе представить в любую из эпох до нашей. И не говори. Просто. Вау. Спасибо. Я думала, я там что-то притянул. Алекс. Я думала, там что-то притянул, но ни хрена не притянул. Ну, по крайней мере, мы послушали с вами, что... Это, его... Готовку сэндвичей. Так, тихо, дай-ка патроны. Ну-ка. Что есть? Так, патроны, хорошо. А, мне бы что-то для них такое, вот какие-нибудь коробочки или что-то такое, мешочек. Ну, давайте пока обойду. Просто аккуратненько, это не застревай в текстуре. Вот видите, у него висит тут.
Я же не попадусь. Не попадусь. На. Смотрим на взрыв. Как тебе, вкусненько? Вкусно. Я же говорю, что тебе вкусно. Так, что здесь? Так, смола. И там тоже была, кстати, смола. Ну, это надоело. Давай так. Смотрите, от дробовика сразу же он помирает. А, можно было так пройти. А я-то думаю, как мне тут вот все это вытащить. Вот. Так, смола 16. Но все-таки мы много упустили, скорее всего, ребят, потому что апгрейдить пистолет мы уже должны были буквально несколько минут назад. Так, ну-ка, вставай, вставляй, пожалуйста. Так, мне не надо, кстати, лечиться. Зачем мне это надо? Так, тут я все рассмотрел. Мне, кстати, вот эти зеленые крестики смущают. Очень смущают. Так, давай пистолет. Так, перезаряди, пожалуйста. Так, F5-нимся. Так, ну что, тут есть кто-нибудь еще? Хоть крабы. Так, красные бочки, это хорошо. Да я знаю это, что вы меня учите-то? Не учите ученого, я тут все проходила, блин, по 100 раз. Так, можно эту бочку выкинуть? Опа. Блин, смотрите, как она реально встала. Даже не покатилась, ничего, так типа пум. И все. Так, ну сейчас, наверное, будет какой-то замес. Так. Ну давай. А что за фигня? Ты же можешь. Во, все. Так, это на барнаклов или на что? Или на зомби? Так, там опять где-то стол зомби. Так, давайте возьмем бочку с собой. Все-таки мне как-то поспокойнее, когда она с нами. Ну-ка. Тихо. Аккуратней. Тихо. Опа. На, мужик. О, хорошечно. Зачем так сделал, только дурак? Так, мы убили хэдкраба и мужика. Мне кажется, кто-то еще есть. Смерть хэдкраба, смотри, где-то умер хэдкраб. Где-то умер хэдкраб. Это уже хорошо, ребята. Значит, он нас не нападет, если он помер. Так, на счастье, естественно. Бьем. Ой. О, мужики начали ныть. Мужики. Мужики, ну не нойте. Где ты? Ой, да где он там ноет? Я фиг его знает, где он тут. Иди сюда ко мне. У меня дробовик. Тебе будет не больно, я серьезно тебе говорю. Когда я врала-то? Где ты? А, нафиг. О, давай, по бочке давай. Ну ладно, давай так. Я думала, ты самостоятельная, а ты нифига. Эх, дурачок. Ну-ка, дай патронов. Блин, а что это такое все? А, это все эти зеленые крестики, которые меня смущают. Они что, теперь со мной по всей карте будут ходить? Я как бы не хотела. Не хотела я такого, но не со мной. Так, все вроде внимательно смотрели. Вроде бы тут больше-то ничего и нету. Так, ну-ка, что это? Смола. 17. Еще, ребята, нам надо 3. Но, скорее всего, я уже где-то потеряла. Тем более, вы мне писали... А откуда вы беретесь-то? Хэдкраб остался. Он не умер еще! Как это так? Почему он не умер? Так, шприц. Бери шприц. Ну ты че? Так, все, боеприпас собрала тоже. Вот, смотрите-ка. Пропускаем, пропускаем немножко. Тихо, ничего тут нет, ничего тут нет. Ребят, а в VR они более очевидно подсвечиваются, эти боеприпасы? Как там люди видят, скажите? Примерно как и я, или получше? Но мне кажется, получше, скорее всего, что там более, наверное, как-то ярче не светится или что. Нет, я ничего не говорю, что надо тут ярче делать. Нет, мне просто надо... Ну, знаете, после обычной игры привыкаешь потом к этой какое-то время. Тихо! Там патроны были. Представляете, ребята? Тихо! Я застряла! Я застряла! Тихо! Я застряла, я не вижу! Я застряла, я не вижу, пацаны! Я отступаю стратегически. Тихо. Где? Вот тебе хрень зеленая. А где твой друган? Нытик этот. А, вот ты идешь, нытик, да? Ну сейчас я тебя с одного удара фигню. Фигану, блин. На! Вот мне так нравится дробовик, ребят. Просто он хэдкрабу шанса не оставляет. Он просто его расфигачивает на кусочки. На маленькие кусочки. Даже резать ему не надо, этому вортигонту. Он может его просто зажаривать, понимаете, ребят? Удобство в готовке. Оно такое. Так, тут у нас есть, кстати, бочечка. Возможно, тут выйдет какой-нибудь хэдкрабик. Ну-ка, мужик вышел. Я вижу патроны, ребят. Иди ко мне. Ты дурак, что ли? Это твое! Джимбери! Я охреневаюсь. Я, главное, ему вот это уступила, как по-джентльменски. Он мне кидает эту бочку. Еще бы она взорвалась у меня на лице. Я охреневаю. Ну-ка, это мое, боеприпасы.
Так, а где тут еще кто? Пацаны, мне почему-то кажется, что сейчас еще ко мне тут кто-то выйдет. Я больше боюсь зеленых хэдкрабов, если честно. Больше они меня вот сильно вот всегда пугали. Еще с первой халфы. Они же в первой были? Нет, подождите, они во второй были. Так, пацаны, за таких, кто очень хорошо проходил первую халфу и вторую. Скажите, эти зеленые хэдкрабы ядовитые, они появились со второй халфы или с первой? По-моему, со второй, ребят. По-моему, в первой их не было. Или я сейчас вам жестко вру. Парни, серьезно, я вот этого не помню. Так, давай, бери патроны. Так, что здесь валяется? Что это там такое? Это пачка сигарет, что ли, была? Или что? Я не увидела. Так, в этих ящиках ничего нет. Они все заколочены. Ладно. Закрыты, точнее. Так, перезаряди. Что ты, блин, не с перезаряженным ходишь, Алекс? Хочешь, нам, чтобы нам жопу, что ли, оторвали? Все, сейчас мы вышли из этого темного подземелья. Кстати, мне кажется, в VR можно было тут вообще сильно обосратушки сделать. Так как тут очень темно и страшно. Опа, мы куда-то зашли. Понятно, понятно. Опять куда-то в темень. Походу, там дальше будет, ребята, опять какая-то темнота. Я только обрадовалась, думаю, все, ребята, сейчас, наверное, на свет выйдем, наконец-то доберемся. Не, это продолжается. Это все, ребята. Это хэдкрабы нас будут сейчас атаковать. Эти вот эти, зомби эти. Еще, скорее всего, ребята, я боюсь, что мы встретим этого. Помните, у него до хрена хэдкрабов на башке. Вот он тоже жесткий черт. Стон зомби. Уже кто-то стонет. Зомби, хватит стонать. Я тоже сейчас буду стонать от безысходности. Так, ну-ка, F5. Ой, нет, точнее, фонарь. Пепельница. Это мне неинтересно. Красная бочка. Точнее, ржавая бочка, не красная. Так, тут что-нибудь есть? Нет. Нет. Блин, а могли бы мне оставить хотя бы, ну, смолы хотя бы чуть-чуть. Мне чуть-чуть осталось-то смолы. Можно мне чуть-чуть смолы? Да ладно, все пусто, что ли? Какие-то тазы пустые. Да блин, ладно. Так, сюда я не пролезу, там этот... Эта штука. Это о! Что, мертвый комбайн? Да. Да. Когда вы крали реактор, я видела, как Альянс отправлял сюда припасы. Походу, они снова интересуются этим местом. Смотри, Воба, тут что-то творится. Ну, ясно, что-то творится. Видите, он что-то развалился. Не просто же так он развалился, смотрите-ка. Опа. Мертвый комбайн. Комбайн, комбайн. Шо ж ты помер-то, комбайн? Ну-ка, давай. Так, стон зомби. Естественно, стоны зомби какие-то начались. А как-то, как же без этого, ребят? Тихо. Что-то такое? А что это такое светится, ребят? Что это? Алекс, Мэнхэк, берегись! Вижу. Что это такое? Оно сдохнет? Смерть Мэнхэка. Это что такое? Вот это есть Мэнхэк, что ли, пацаны? Что это такое? А что это такое Мэнхэк? Я даже не поняла. Типа, Алекс, берегись. Я уж думал, что-то страшное. Это так. Что-нибудь есть в карманах, пацаны? Давайте облутаем вас. Ну-ка. Что это такое? Не знаю, ребят. Пишите в комментариях, что это такое. Я не знаю. Мэнхэк, блин. Может быть, это что-то от него какие-то части? Так, что это? Так, боеприпасы. Видите, как незаметно все эти боеприпасы спрятаны. Опа, смола. 18, ребята. Еще 20 смол. И мы сможем прокачать оружие. Представляете? Что это здесь? Боеприпасы. Вот видите, как надо все внимательно осматривать? Просто все вот в халфе надо тут долго внимательно все смотреть. Потому что тут может попасться всякое. Ну давай открой. Может что-то в щитке есть? Давай. Ни хрена тут нет. И тут тоже нет. Ладно, пацаны. Так. Ну-ка, на скидку, оцени жизнь на земле по шкале от 1 до 10. Я бы сказал двоечка. И всегда может стать хуже. Как бы ты оценил жизнь до Альянса? Ух, ну и задачка. Не знаю, в хороший день я бы сказал 6. Ага, твердая шестерка. 6? Не круто. Ну, это жизнь, она не всегда супер. Давай прогоним Альянс с земли и замахнемся на 8. На 8, да, это правда было бы здорово. Очень даже. На 8, давайте, давайте. Замахнемся на 8. Ну что, парни, мы сегодня нормально так походили. Так, тут должна дверь открыться, нам нужен цилиндр. А как так-то? А там что тогда внизу, подожди-ка. Нам типа вниз надо туда что ли идти? Ну-ка, стоп, подождите-ка, я их пятнусь. Так, ну-ка, что тут? Так, это что-то слишком легко.
А, тут как раз цилиндр лежал, смотрите-ка. Какие-то стебли, какая-то печать. Мужик, что-нибудь у тебя есть в карманах? Ничего нету. Вот этот цилиндр нам надо туда вставить. Что это? Патроны. Вот это мне надо. Так, а здесь что-нибудь есть? Смола. 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 Да. 19, ребята. 19 смол. Отлично, ребят. Еще одна, и все, мы прокачиваем. Тихо, это она была, что ли? Ну как, подожди, как мне до нее допрыгнуть? А, смола, блин. Я не уйду без тебя. Что, ты думаешь, я уйду? Нет. 20, ребята. Все, ребят, нам нужен аппарат, чтобы прокачаться. Хоть обратно возвращайся. Хоть бери и обратно возвращайся. Что здесь? Какие-то бумажки. Какая-то консерва. Кто ложит какие-то фиговины в эти шкафчики? Я не понимаю. Закрой. Тут тоже фигня. О! Ну-ка, патроны. Дай-ка патроны, бери. Так, подождите, там кто это мурлычет? Хэдкраб, что ли? По-моему, нет. Так, подожди-ка, банку возьми. Да банку ты возьми. Я полечиться хочу. Алекс Венс, ты почему не берешь банку? Что не так с банкой? Почему ты ее не берешь? Пацаны, по-моему, банка зависла. Ну, банка, ну пошли. Банка не хочет, ребят. Может быть, после перезагрузки у нас получится с ней. Но пока она что-то туда примагнитилась, понимаете? Ее что-то туда магнитит. Что-то странное тут. Аномалия какая-то, представляете, ребят? Ну-ка, что здесь? Ничего. Ну, мне, в принципе, здоровье-то можно и не повышать, а потом шприцы найду. Если уж так вот мне приспичит. Так, тут ничего нету. Ну, давай, нажимай. Нет, ничегошеньки. Компьютер разбиваем. Хозяйничаем, наводим свои порядки. Ну что, парни, давай берем банку еще раз. Ну да, ну возьми ее. Ну как-нибудь-то получится же. Ну. Пошли. Пошли, банка. Не хочет. Пацаны, а что делать? По-моему, все, это просто фатальная банка. Она никак не уйдет. Ну-ка. Может, ящик закрыть? Да никак. Подожди-ка, а. Смотрите, бум, бум. Да блин, ну возьми банку. Все, пацаны, я сдаюсь. С банкой что-то не так. Банка намертво зависла. Ну ладно, ребята, пофиг с этой банкой, она там примагнитилась. Ну без здоровья, если что, пойдем. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. А пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.